Говорят, что именно в это время, в 10 часов утра, самое оптимальное время, чтобы получить очень ровный загар. Ну, потому что солнце еще не в зените, не отдает обильным количеством ультрафиолета. Вода не так уж и нагрета, воздух достаточно прохладный. И, как вы видите, вот сзади меня сейчас не так много людей в пансионате Келечек в селе Кошкуль. А все потому, что в это время проходят финальные состязания 25-й спартакиады профессиональных лицеев нашей страны. Нам очень хотелось, конечно, сейчас искупаться, но, к сожалению, этого сделать мы не сможем. Хотя водичку мы, конечно, проверим. Она достаточно такая прохладная. Я думаю, после обеда мы вернемся с нашим оператором сюда. А пока давайте посмотрим финальные схватки. Атың кім? Али. Кім боласы? Атанды. Атаң аты кім? Улан. Улан жақсы кеше бе? Улан. Қақтан білесің? Жақпан. Қақтан жақпан. Өлдім бе? Друзья, сейчас мы пришли в футбольное поле, где проходит финальный матч между Иссык-Кульской областью и Чуйской областью. Как стало уже известно, сейчас на момент счет уже 4-2 ведет Иссык-Кульская область. Вообще, кстати, местные ребята — это одни из самых сильных футболистов на спартакиаде профессиональных лицеев. Давайте сейчас мы посмотрим эту игру, узнаем мнение болельщиков, ну и также постараемся поговорить с самими спортсменами. Поехали! Тренер Сенеры. Джохмен. Волейболмен ойнайм. Жөн эле эми биздин командада Ысык Көлдү. Жок, сиз мына сызыкка туруп турасыз да, сиз тренер болуп коюп, тренер деп. Берилип кеткенде ошентип кетип калабыз да. Полеяга чыгып кетпей элеси. Бирок жардам керек. Өзүм деле кошо бара тагы барып алып топ деп келебин деп атам, эмне кылайын, айла жок. Тос, тос, тос. Кылыч. Кылыч, кылыч, тос. Аз калды жеке. Молодец. Тос, 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 кылыч, алдаш. Ой, молодец! Кет! Астыга кетпейсиңби? Байке, оюн кандай болот? Кудайга шүгүр, жакшы эле болот. Утуруп атасыз э? Ооба. Эмнеге кандай болот оюн? Оюн оор болот кумдан эмеге. Могу кумда ойногон кандай экен негизи өзү? Кумда ойногон оор эле экен, биз мындай поля ойнойлу көп ойномет албай атабыз да. Жакшы, канча гол киргиздиңер? Эки гол киргиздик. Сиз өзүңүз канча киргиздиңиз? Мен киргизген жокмун. Эмнеге байке? Мен заманда турсам каякта. А, жакшы, жакшы. Ийгилик байке. Эже, эже. Вот так с важным видом ходите по разным местам. Там в теннисе я вас видел, в волейболе, в футболе. Вы чем занимаетесь? Я здесь работаю. Кем? Художественный руководитель. О. Да. Это вчера ваши танцевали? Да, на открытии мои девочки танцевали. Очень красиво. Спасибо. Кстати, вчера этот наш коллега хотел вас интервью взять, вы его отшили. Мы у них узнаем их мнение. Саламас пейте. Приношу свои извинения вашему коллеге. Абдулла, у вас вот просит извинения вот. Да, да. Давайте сейчас попробуем прокомментировать. Я вообще вот комментатор, вы попробуйте вот игру прокомментировать, вот сказать вот, вот мяч у этого, мяч у того, мяч у этого, гол. Давайте попробуем. Давайте я вас представлю. Итак, друзья, сейчас мы будем комментировать матч между командами Иссык-Кульской области и Чуйской области. И, к сожалению, матч окончен, мы не смогли прокомментировать. Давайте пойдемте, сейчас мы уже к самим футболистам и поговорим с ними и узнаем их эмоции по поводу этой игры и, возможно, узнаем некие эксклюзивные материалы. Байке, байке, кутуктайсыз. Эмоциясы кандай болот, айтып коесуз. Колуңуз бар кан экен. Сөз менен айт, түшүндүрүңүз. Эмоцияңыз, айтып коесуз, эмоцияңыз. Эми эмоциям чексиз да. Утуп атабыз. Ойногонго мындай могу оюнду утуш кыйын болдубу же оңой эле болду? Эми албетте утуп кыйын болду. Бирок канды көрө айта аласыз, чын эле кыйын болушу эле. Ооба, кыйын болду. Ийгилик байке. Рахмат. Байке, кандай болду оюн өзү? Оюн катуу болду. Өзүңөр көрүп тургандай абдан курч оюн болду. Былтыр ошо эки команда ойноп финалда биз буларга утуруп койгонбуз. Кудайым буюрса быйыл реванш алдык. Ошол биз уттук. Иссык-Көл чемпион деп коет. Иссык-Көл чемпион. Жакшы, буюрса мына. Балдардын күч кубат болуп бул оюнду ошо жеңип алганбыз. Былтыр бул ушул командага
финалда жеңдіп қойғанбыз. Мына бұйылса реванш болды ғой қайра. Шол рахмат ойыншыларға дағы. Еми гөлге чөсіңіз бар. Бұйырса, гөлге чөсіңіз. Игілік. Рахмат. Да, друзья, сейчас мы узнали первые эмоции победителей. Я надеюсь, что все-таки вам понравилось. Ну а сейчас давайте поговорим, наверное, с главным арбитром этих соревнований. Было ли вообще тяжело все-таки судить эти игры среди непрофессионалов? Уровень, конечно, непрофессиональный, но страсти видели какие. Накал страстей, борьба, это все как на больших соревнованиях. Что было самое тяжелое вообще судить? Самое тяжелое, наверное, Иссык-Кульская жара. Сейчас вроде пасмурно. Ну, вот финальная игра, вот повезло. А так все игры были в жаркие дни, в жаркую погоду. Помню, в прошлом году здесь судили эти игры. Отличие какое от предыдущих игр от этих игр? Отличие то, что темные лошадки, команды как Джалабад и Нарын подготовились хорошо. Может, была недооценка со стороны лидеров. И игра завершалась в один гол, в разницу в один гол. И в этот раз, вот в этом сезоне, да, скажем, в этой спартакиаде невозможно было угадать, кто лидер, а кто аутсайдер. Каждая игра была как последняя. Бились ребята хорошо. Значит, подготовились хорошо. Канчадасын? Тарта. Канча көрсөң кол менен? Кол менен көрсөң канчадасын? Санасан? 1, 2, 4. Сиду в таком непримечательном здании под названием корпус номер 2. Творится что-то вообще невообразимое. Настоящие страсти кипят именно в этом здании. А все потому, что проходит одна из самых интересных игр, даже олимпийской программы. Это вид спорта, в котором мастерски играют китайцы. Это пинг-понг, ну или по-нашему настольный теннис. Сейчас проходят финальные схватки. Давайте мы посмотрим эти все сражения, посмотрим, как же крут настольный теннис. Поехали. Келиңиздер азыр биздин жаныбызда башка калдыс менен бир кичине бир маек кылып башка маалыматтар биле албай эле могу негизи ушул теннис боюнча турнирге канча спортчу катышты? Общий негизи жалпысынан 8 област катышып атат. Ар бир областтан 3-төн ошондо 24 команда 24 катышуучу. Ошо жалпысынан 24. Деңгээл боюнча кандай спортчулардын өзүлөрүн? Деңгээл боюнча былтыркы караганда өсүш бар. Анткени былтыркы чемпиондор быйыл 5-чи место болуп калышты да. Эми башка областтардын даярдыгына жараша былтыркы утулуп калып, быйыл уже жакшылап даярданып келип, жакшы оюн көрсөтүп атышат. Былтыркы чемпиондор быйыл ошо айтып кеткендей Жалал-Абад областы 5-чи орунга түшүп калды. Финалдык оюнга Нарын менен Ысык-Көл чыкты. 3-чү, 4-чү местага мына Талас менен Чүй ойноп атат азыр учурда. Командалык 2 кыз, 2 эркек, 1 аял, айым. Бул негизи команданын бириктирүү, бул ынтымакка чакыруу да. Баары ошо бири бирин колдоп, эркектер эркектер, аялдар аялдарды колдоп жакшы бир кандай десем бир муштун болду го. Бир муштун болуп, эркек аял болупчу бая. Сейчас проходят соревнования по нашей национальной традиционной игре Ордо. Страсти кипят, конечно, здесь не шуточные. Хоть и идут сражения не людей, а альчиков. Но, тем не менее, очень интересные игры проходят. Но для тех, кто, конечно, не понимает, абсолютно не ясно, что происходит, как происходит. Но давайте мы сейчас постараемся пояснить, что да и как. Но игра интересная. Бардыгы 8 команда катышты. Саны ошондо 40 киши. 40 киши катышты. 40 киши катышты. Оюн абдан кызыктуу өттү. Быйылкы биздин Спартакиада өзүңүздөр билгендей 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнүн саналиттештүү жылына карата өткөрүлүп жатат. Жакшы даярданып келген командалар алдыга өсүп чыкты. Алар Талас командасы, Ысык-Көл командасы, Чүй командасы. Ушул 3 команда алдыңкы орундарга илинет. Мына азыр финалдык оюндар азыр башталып бүтөйүн деп калды. Эң жакшы даярдык менен келген ушул мен атап кеткен 3 команда
Ордо ойыны кыргыздын улуттук оюндарынын бири болуп саналат. Ушул ордо оюнун Кыргызстанда жайылтышыбыз керек. Анан кийин ушул күчтүүлөр жеңсин деп өзүм ушу башкы халыстын башкы катчынын милдетин аткарып аягына чейин чыгайын деп калдык. Кудай буюрса. Эми келген командаларга терең ыраазычылык билдирем Ысык-Көл областынын атынан, жалпы Ысык-Көл областынын командасынын атынан. Анан кийин ордо оюну Кыргызстанда өнүп өсө берсин. Кыргыз элине ынтымак, тынчтык, биримдик каалайм. Бар бололу, бир бололу. Профтек ар дайым ушундай спартакиадалар жакшы өткөрүп жүрө берсин. Жеңген командаларды месталар менен куттуктайбыз Ысык-Көл областынын командасынын атынан. Анан ийгилик баарыбызга.